погнали флажки и дальше там раздадим. Его могут под сапоратом остаться. Бокал видал там, а бокал целых 10 собирает с таким же лифтом. А вы что, ходили сперва на Грула? Нет, мы просто очень друг били очень долго. Сегодня. Это я что-то смотрю, время уже и... Еще в целка. Что ты говоришь, сейчас на СПД, да? Фласки пьем. Да, да. У кого брать фласки на АП? На АП? По Ване давай возьмет. Я СПДшку возьму. Серега еще может. Делим фласки. Так, я СПДшку. Подожди, еще не успел пальмах, пока буду взять. 5 секунд. Кидайте обмен теперь за фласк. За фласк. Милишные дестройеры можете кидать. Так а чё вы Апокала не взяли в пати? Так Апокала в пати же. Мы с ним не в пати. На Апачи репку обмен. И еще СПДшная Вадим да? тоже возьми. Помогай раздавать. Или Санька, ты, Малар. А, не-не-не. Я под саппортом останусь. Еще раз. Дайте обмен. Под саппортом останусь. 143 минуты еще. Жалко. АП фласки черепку. Ладно, уговорю, давай. Еще надо кому-то фласки СПД? Напоминаю, на первой фазе чуму вы носите под второго танка, там диспелят вас, сразу добегаете на место свое. Смотрите, милики, смотрите, с противоположной стороны изначально, вот танк, допустим, здесь танч слева, вы справа бегаете, стараетесь, чтобы на вас чума меньше шансов было. А то, если рано задиспелят, то может тоже на вас прыгнуть. Дальше, на перифазе ханты играют по сферкам. На кого идет сферка? Тот человек был в идеале, как выбегал немножко в сторону, чтобы дамаг не проходил. Потом на второй фазе будет два коста вальк появляться и сквернение. Когда вам сказали, выбегаете все на круг. За круг никто не выбегает. Человек, на которого вешается сквернение, убегает за круг к выходу, но не по направлению валик. Все остальные забегают внутрь круга. Не забегаете внутрь круга в том случае, если вешается на танка. Но это шанс небольшой. Но он есть. Дальше на третьей фазе будет одного человека в комнату забирать. Это, там будет дух. Нужно будет сбить каст и убить духа. И вам просилить союзника. И тоже сбить каст. Всегда бьете лича за спиной. Да, Серега, ты можешь поэролить. Ставьте рыбу. Я хоть подамажу спокойно. Кушать. Гости шкаф стоит. Тотем на очищение уберите, если у кого-то стоят на панели. Четыре кнопки по дисплею. Фласки у... меня. У дестройера. Черепку в обмен. Так. Отними, там и PayPal Maruhi сейчас за 300 за Сендру и Петя, по-моему, не может быть здесь. Поэтому им надо отнять. Петя я отнимал. Че, Ваня, ты на диспеле? Да, да. Все, все готовы, запускаем босса. Вы сходите по РЛ, я подумаю. Почему в крестик будете выносить? Бутекс. Не буду слушать твои отчаянные крики, послужат доказательства.
На пол и бью и готовьте. Не станьте мелких пиздюков. Трудно собирать. Дай его, ой, Сань, КПС-ку. Скоро чума будет. Вынести крестик. Апокал. Апокал. Диспел апокал. Все возвращает. Аж не ночь. Угу. Бревестник. Классно. Для стола. Берегитесь. Я тут. Погоди, я в Саньке буду. Меня диспел. Берегитесь. 5% до перефазы. Три процента речи бить. Пошли на перефазу, все на край. Мелкие бейте, вурдалак. Ко мне не подходите. Половишь духа, пью. Пью и диспель тысяч. Сверки ханты побивают. На первой перефазе сверок не очень много, на второй точно два ханта должны играть. Ну, разбеги немножко, чтоб вообще. И буревестник ваш тоже. Только не под лицо, никогда не заходи под лицо. Я следующего духа поймаю и босса потом будешь ходить. Сфера подбегает. Помогайте разбивать РДД, кто туда стоит. Речи сферы разбили, почти дошли уже. Бьете этого духа. Осторожнее, Грони срывал. Под лицо его не лезем, сейчас на перефон. Сферы сразу разбиваем, когда мы будем бежать. Под лица ушли. Раз, когда мы получим, аккуратно. Заплач плеча встали все, кроме лоб. Три, два, один, БЛ. Далее. Быстрее. Играем по Вальк. Там, где Лока схватила, его просто хили. 3, 2, 1, разбежались на оскорнение, за малый круг вышли. Ждем сейчас оскорнение, будто меня ушли. Став плеча, также заплачет на... На следующих валик оскорнения расходимся, также на малый, именно на малый круг. Валика выберет, после этого сразу же будет оскорнение. Ну, ушли на малый круг. Вам. Вместе не стойте кучей. Оскорнение. На апокале. От апокала ушли. Быстрее выбегаем. Ромбик бьем. Потом печеньку. Трусы проблем. Я только нож, если что, у меня... Разбивайте РДД печеньку, милики, пошли бить, точнее... Под конец. РДД трусы, милики, печеньку, бегом. Меня только сразу не разбивайте, там, под... 3-2-1, разошлись на оскорнение, ушли, отошли от валик. Вместе не стойте кучей, смотрите, чтобы возле вас никого не было, пока ушли.
поворачиваем. За спину становитесь. Быстрее, все резче. На Валька взяла Лока, по-моему, если не ошибаюсь. Да, одну можете не... Последняя, которая? Последняя, да, которая возле обрыва, юнит. Добивайте до этого, расходитесь на искоренение, быстрее. Все искоренения будете дальше лечить. Еще 15% будет выход. Ставь центр, разворачивай. Прячьте зим. Все именно под плащ сейчас встаньте. Он в осквернение понесет сейчас всех. За спину всегда несет. Мне надо отойти на 5 минут точно. Хорошо. Что-то не за спину несет, а в осквернение. Он из центра несет. Отошли осквернение, ушли быстрее, после заражения сразу будет. На изморском, от изморского ушли. Бьем вам. Добиваем быстрее плит. Юрик, прохильте. Алфуха понять. Берегитесь. Сейчас будете расходиться на малый. Как только появится Валька, на большой будете уходить из пленения. Вы за друг друга не стоите, разошлись быстрее. От скибиди ушли. По Валькам играем. Тех добьем, переведем бить. Берегитесь. Трусы просто подстань. Встаньте трусы быстрее кто-то. Кто здесь? Там БРС. Бейте лича, бейте. Тоже можете, да. Бейте лича просто. Разойдитесь на скрине. После этого будем переводить. Разошлись на скрине. Быстрее. За танком будем идти. От четырех кнопок ушли. Танк будут уводить на перефан. Идем все за ним. Дьюи, прохильте. Можешь перетанкнуть. Ушли. Ушли в сторону танка. Не прохиливайтесь, вы чё? Минус 2 хила, если что. Сахром осторожно. Тут много духов Юви помогать, танчи. В одну сторону их свой, танка в диспальте, первый раз говорю. Чем больше сфер, тем больше его урона пройдет. Танков дисплей на нас соловиш. На стрихе лав. Некогда. Я пойду дисплей. Нет. Сморский, подымешь Войда. Сферу подымешь Мавар. Сферу добейте быстрее, не зайдите. Блять. Мне минус дайте. Не вставайте с тела. Тело не вставайте. Вань, еще 200, дай. Мы срез сейчас дам. Надо босса вот, вот. Когда мы ты по сферам играешь вообще, ты конты сказали, играют по сферам. Вообще очень долго сферы жили. Оба ханта по сферам на этой фазе должны играть обязательно. На последней три фазе. Их там в два раза больше, чем на первом. Ты угораешь 100 тысяч по сферам, ну ё-моё, ты по боссу почти не играешь на переходке, ты играешь по сферам тут. Рейнджер, ты так и больше, я не стреляю. Кушайте руку. Четыре кнопки на перед перефазами сразу, как только там 70%, 40% босса сразу мастера
мастера налет даешь. И массакр плюс бабу. Проблема не в мастере. Потому что люди умирают чуть до перефаса. Ну, я вообще говорю, надо будет. Так проще, меньше урона будет. И еще там некоторые люди. Мы пошли на перефазу с той стороны, вот куда я бегу. А и мне лед. А кто-то ушел вот сюда на перефазу, не делайте. Меточку поставь там все. Там всегда по-разному, смотря где на прокол, где босс стоит. Ребят, когда на перефазу мы со второй на третью переходим, всегда бегите всей пачкой и к месту там, где меньше бежать. То есть еще вас ведет танк тебя... просто танками. Сейчас у меня одну секунду. Еще один момент. Когда вам говорят, разойдитесь на осквернение, вы расходитесь. Вот здесь, к примеру, я видел точно, там, где апокал первый раз разливал осквернение, возле него стояло три человека, из-за этого большая лужа была. Там бы, если еще одну секунду, это вайп был. И еще, Серега, я тебе такую хуйню напомню. Вот это центр, и от центра он к ближайшей точке на краю летят вальки. Если я здесь стою, я полечу вот сюда. Если я стою здесь, я полечу да, вот сюда. Да, я понял. Запускай. Скибиди вылетел. Я спекну, смысл. Да, я вылетел. Блять. Женька, не успеешь, сейчас где-то минута еще есть. 40 секунд достаточно. Ну, я захожу. Я спекнулся, если что. Ну давай, все стернуть. Сейчас Саня вместо тебя местами поменяем. Рыбу пока ешь, из морски дайте, дай по Малику Иннер сразу. Все, нормально. Блять, я оказался у двери у портала, как что за хуйня? Шкаф дайте, быстрее. Уже смоль. Принимай сразу. 15 секунд. Заранее поставить. Не могу войти к вам, блять. Ну, боя еще нет, еще по идее можешь. Ну, по сути, и вон запустился. Не, тут лишние есть вместе. Смысл? Нету лишнего. Мне даже, я теперь от портала, ребят, могу войти в портал. Ладно, здесь 5 килов, побьем так. Нет, я назад бегнул. 4 побьемчик. Какая-то хуйня, блядь, непонятно. Это страшно, бля. Да нет, это приятная хуйня. Того, блядь, начинает, блядь, уже сижу смандить. Ничего страшного, бывает такая хуйня. Сейчас здесь, ребят, что зовите? Я на X5, но я не играю. Профессию качать. А, ну вышла ко мне. Дисплей. Сань, дай квест. Уходи. Уходи. Она погибла. Да, она умерла. Не успели, ладно. А из морской есть БР? Если есть БР, я. Вставай. Чек не показывает БР из морского, у меня вот его и не на БР никогда у меня не показывает. У меня был. Он дал сейчас БР. У меня был БР, Саша, он когда вдали откали БР, у меня был показан. Снова мало. Что, Данька, сейчас тихо пока. Берегитесь. Бумага нужен, потом умер будет. А мне это беспилить. Диспомни. Расходи. Три процента. Доливайте. Готовьтесь на перефазу уходить 1%. Ушли на перефазу. Духов лови и... Бревестник поставь тут. Вой, дай гимноман. Сферы нет, тогда играете в духа. Есть сферы, играете в сферы.
Я заберу. Дискал мне. Еще один двух будет, после этого три фазы закончится. Под лицо духа не лезь. Уходим на перфазу, сферу разбейте последнюю. Пошли дальше. Плеча бейте, закрываете дух. Сразу заплачь. Прям в центр ставь, чуть ближе к краю клок. Хотела на него забейте. Но пока что бейте этих валик. Разошлись на оскорнение. Сейчас оскорнение будет, добьем. Ушли. Все заражения сразу. Под валик не лезьте. Ушли от валик. От шнурков ушли. Добиваем валик. Лича также ставится. Геру даем. Следующий раз, когда скажу разойтись, разойдитесь сначала на маленький. Только прокнет валька, сразу уйдете дальше. Ждет оскорнение будет сразу по себе. А ну можешь себе не рвать. Ушли. Ушли. Оскорнение сейчас будет. Ушли. Молодцы. По валькам играем. Поставь лича между ромба и пичем. Скривай. Сань, поездка. На другую сторону поверни. Отошли. Оскорнение. Полетят прямо в оскорнение, если что. Отошли. Пока не прокнет, не подходите. Не надейтесь. Вальки сейчас будут. Готовьтесь ловить. Если есть мастан, дайте бейте. Ушли оскорнения, разбежались быстрее. Перед вальками никто не стоит, от валик ушли. Вернулись, добили валик, блин, лича. После следующих валик ближе к какому-то из держи лича. Перефазе. И ушли сразу на оскорнение. Ушли. Подальше вышли. От Юи ушли на танки. Бьем валик, трещи. Бьем этих валик, приведем. Веди лича к краю, где тебе удобно. Там, где порталы локов стоят, туда иди. Идем лича, сейчас отойдем, будут оскорнения, потом подойдем и здесь будут переходы. Ушли оскорнения. Подальше ушли все. С рейнджом друг от друга, чтобы успели отойти. От когда мы ушли, переводим лича. Именно в лича играем. И там, где лицо лича, там будут переходы, туда будете все идти. Мастер готов. И сокру. Просто лича бейте, все. Мастер сокру. Отдавай. Ушли на край. Ловим вдвоем духов, два ханта на сфере. Я квестка закинуть на следующий. Да, хорошо. Трещи. РДД, если видите, много сфер подходит, тоже помогайте. Остальные не только хан. Я
5 секунд до конца. Сфера. Главная сфера сейчас, как перефаза закончится. Сфера убит. Под лицо духа не лезем. Дух надо убить. Он дыхнет, я его подведу, бейте лич. Прикрите, прикрите, прикрите. Перебегай на другую сторону. За танком идем, все по краю, лево-право обходите, ждете оскорнения, потом только подходите к личу. К личу сейчас никто не подходит. На бэтере, от него ушли. Почему так много людей там? За спину лича встали все, дух летят уже. И прожмись. Ну, когда на эту сторону придете, я остану. Если ты не подойдешь, уже вставай. Разошлись также лево-право. Ждем осквернения, но с рейнджом, чтоб не было больших лук. Места много. В центре никто не стоит. На мне. Пошли бить лича остальные. Также за спину. Если есть зубы, дайте мне зубы. Или капну. За спину переведите все, кроме того. Шнурки за... Сейчас мы что там сделать, ебало? Ты после убить? Духа всрал. Что там делать? Ушли все. На осквернение ушли, тихо. Что в комнате делать? Красного убить духа. Каст сбить. Каст сбить, убить. Сейчас осквернение будет, ждите. От Юи ушли. Ставь лича за спину, сразу с личу все становитесь. Мне сейф дайте, если есть любой. Я могу. В комнате его убить. Также сейчас духи будут. Ладно, расходитесь, осквернение. Ушли, 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 ушли. Пачкой одной не стойте. Сразу после духов будет осквернение. Полинора ушли. Могу бабли поймать. Ставь так же. Да, можешь бабли поймать. Быстрее, резче, за спину ушли. ЧП-шка, лоб. Там паладин поймает. Сами поймали. Если БР есть, можешь Лексиона БР. Давайте танком долго его буду бить. Также на другую сторону. Сейчас оскорнение будет разодить. Все оскорнение будет. Саня, поиск, закинь кого-нибудь другого, у меня своя поиск. Саня, говори там, оно все, потому что я в комнате, я ж ничего не... Под жопу встаньте все, под босса. Кто-то духов поймал. Лок или Женя в Акате, иди под бабом позвони. Саня, ты можешь... Глыбой поймать. Нормально. Я ловлю. Окей. Ну там уважение будет. Свернение приготовьтесь, разбегнитесь. РДшники подбивайте, только рейндж держите. Один. 1% остался. Добивайте. Только свернение вынесите, а то уж вальшотните. Все, отлично. Бля, я вот скажу, а вы заметили, мы научились отквернение четко выносить, красиво выносить. Смотря на кого прокается. Я... Там есть люди. А чё мы умерли-то? Вайп, всё, пиздец. Не выходи с тела только. А, блин. Сань. Да. Не, давайте в этот магнитилка упадёт. Я Дексёне минус даю или нет? Там от духа умрёт. Я не прости. От духа. Ну прости пока, блин. В следующий раз... Будем снимать за духов тоже. За жопой всегда просто бегать, и локи тоже. Ну может здесь второй КД всего, да. Здесь на нем. Так что ладно. Саня, духов, если был нужен, говори, я в Одессе. Че, в руля идем Саня убивать? Я не знаю, блядь, настроения нет, ни хера. Короче, больше. Давайте убьем в руля, там это непонятливое. Потому что завтра праздник, понедельник 17. Ну я считаю, что тоже надо пойти добить. Я считаю, что да, надо пойти добить 3 дня, чтобы у всех было свободно, мы там карту закроем, пойдем.
В любом случае, я сейчас отвалюсь, я никак не отвлекусь. Я помню, это Серега, у тебя же полчаса еще вроде ты говорил есть, да? Не раньше, но или... еще по делам сходить. А дальше? Ну окей. Ну типа нет танки вроде как, я зайду на танк, если что, Женя в локате, апокалипсис, модки. Нет, типа можно сходить, если есть желание у всех. Сейчас не поливайте, тут ходим. Че, что, дробяшка одна ручка? Есть, дробяшка глора, одна ручка. Просто глора. А где Петя? Петя нет, вы глора апокала. Ага, дробяшка. Ага, давай посмотрим, сколько ты заберешь. Да нет, это много. Здесь ни одного токена на ДК, ну ебаный рот. Дай порт пока в этот шатрат. Давайте, барыги, кто за глора будет? Вот заберу лут. И все. Или я на королев гуляем пойду. Тут еще Юги есть. Ёбаный рот. А, так и... Пахлава на нет. Да? Начислю, да, будет Женя забирать, наверное. Саш, уступи глору Юю. Ты посмотри на его пушку просто. Не смотрите, мне стыдно. Я только Хики догнал по ЕП, и сейчас просто буду сливать его. Знаешь, как Юй сидят, сейчас я боюсь. Смотрите на пипиську Юи. Короче, давай, если Глора. На, начислю, может, все равно. Спасибо. Поступите Юю, пожалуйста, бля. Христа ради. Я тоже за Юю. Mm-hmm. 10 вакансий. Ладно, разбирайтесь там. Вакансий 15. Раз. Два. Ну, это фулл, ебанутся. Три. Кидай обмен. А, стой, 15 апокал. Раз, два, три. Кидай обмен тогда апокал. Это. Так, кто у нас там танчит периодически? Танчит у нас в локате заходит. За 125 брейн. Забираешь? Зачем тебе одноручка, Андрей? Ну, блядь, ты просто видел, как танчат с одноручкой? Хуёво танчат.